Жители Земли сегодня ночью смогут стать свидетелями красивого космического события – метеорного потока из созвездия Ориона. В час можно будет насчитать до 20 метеоров. Как рассказали в московском планетарии, метеорный поток связан с кометой Галлея, которая в последний раз пролетала мимо Земли в 1986 году. Именно ее оторвавшиеся частицы ежегодно достигают земной атмосферы дважды в год, образуя метеорные потоки – весной и поздней осенью. Частички метеорного роя врезаются в земную атмосферу на скорости около 60 км в секунду. Обычно они имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры. Сегодня Луна будет за горизонтом и наблюдениям мешать не будет, если не вмешается природа и небо будет ясным.